Уважаемые зрители, наши любимые, дорогие подписчики, всем привет! Мы снова приехали на озеро Хищное на почти двое суток. Приготовили для карпа вот такой прикорм. Просто сногсшибательный. Состоит он из бойлов, причем бойлов как целых, так и крушеных. Здесь такие половинки. Добавили сюда протеинового микса, зерновухи, и все это залили CSL-очкой нашей любимой и ликвидиком мандарин. Ну и естественно, друзья, естественно, все ингредиенты вы можете приобрести в магазине «Рыболюб», город Кемерово, улица Сибиряков, Гвардейцев, 16. Первая поклевка. Ого! Без усилия, говорит, отец. Да, собака. Это карп. Ну давай, давай, родненький. Ну куда ты? Ну натягивай, 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 натягивай. Беру. Пошел, пошел. О, начинает выделываться. Большой. Мини-паровозик, мини-паровозик. Опа! Ура! Ура! Ладно, мини-паровозик. Ну, блин, килограмм полтора, наверное, да? Ну ладно. Укрупняемся. Укрупляемся потихонечку, да. Дот вообще был грамм 300. Какой 300? Килограмм. Килограмм. Ай, мошка кусает. Жрут. Жрут. Мочи нет. Ну что, друзья, за утро две рыбки есть. Ждем продолжения. Наливаем специальный пылящий ликвид в прикром. Наливается он непосредственно перед забросом, заездом и так далее, чтобы он не успел в приманку впитаться и в воде начинал работать и пылить. Да, шторм. Не забывайте, это название — классная штука. Поехали. Блин, меня опять мошка в глаз укусила, по-моему. В этом году какая-то мошка термоядерная, ее просто ничего не берет. Просто ничего. Да, и было две поклевки. Пока было две поклевки, и все поклевки были на такой приличной глубине 3,5 метра. То есть, по-видимому, верхний слой воды очень разогрет, и рыба ходит там, где попрохладней. Ну что, днем поднялся очень сильный ветер, пасмурно, набежали облака, поэтому чувствуется, что грядет какой-то перелом в погоде. И надеемся, что это взбудоражит карпа, и он проснется и начнет активно питаться. Посмотрим, к чему все это приведет. Это паровоз. Паша, это карп. А ты что не брал? Я еле из машины выпрыгнул. Боже мой, вот у меня рожа, наверное, с просонья.
Лавашундрий. Ну, килограмма два, да? Ой, он как обкакался. Смотри, кушал. Хорошо кушал. Беленькую. Беленькую взял. Ну вот. Так вот. Пылящий вафтерс. О, так это наш пылящий вафтерс? Да. Круто. Друзья, вот такие растворимые вафтерсы продаются у нас в магазине. В данный момент сработал вкус Monster Crab. Видите, цена у него довольно приятная. Вот такого размерчика. Белый цвет, вкус Monster Crab. Давай, давай, дружок. Ну, опять тузлом какой-то, блин. Ну, где паровоз? Ладно, доставай уже его. Он там повесится сейчас. Тузик. Опять тузик. Ага, килограмм 5. О, вообще, еще меньше. Еще меньше, чем тут. Да ты ж собака. Где твоя мама? И папа? Вы нам надоели. Да нет, побольше килошки. Килошка. Я вижу, что килограмма 4. Килограмма 4 видишь? Паша видит здесь килограмма 4. Нет, но если подойти вот так к камере, то, возможно, это и будет килограмма 4. Пошли, дружок. Сошел. Да, вот здесь буквально. Рывок, исход. Друзья, кто-то сидит. Ай, долбит, долбит. Долбит, долбит. Амур. Жур, который просто не дает мне спать. Что случилось? Щука. Щука? А где подсак? Щука на бойл, это, конечно, круто. Может быть. Так, щучка-то неплохая. Фига себе, Паш. Офигеть. Ты как такой? А весы есть? Давай взвесим. Прикол. Паша сейчас уйдет. Нихера себе щучка, Паша. Пашка, 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 покажи. Я тебя засниму. Ну-ка, давайте, ребят, посмотрим ее натуральный вес. Ну, 4800... 4900. Версия происходящего, друзья. По-видимому, на бойл клюнула какая-то рыбеха. Возможно, карась или маленький амур. А это маманя... Решила позавтракать, потому что мы нажимаем на живот, а тут реально рыба внутри. Потому что очень подозрительно, что щука взяла на бойл. О, жирная, упитанная мамка. Амур тужур. Да все он там. Ах. Ага,
это карась. Прикол? Нифига, товарищ, как долго я тебя не видела. Все карпы да амуры, карпы да амуры. А? Смотри, он весь в болячках, в пиявках. Стоит у дна даже карась. Вот такие дела. Что уж про карпа говорить. Друзья, время 8 часов. У нас вовсю идут сборы. Надо на работу. Тут поклевочки. И это не амур, это карп. Не угадал. Вот, сегодня, друзья, как и вчера, работают растворимые вафтерсы. Друзья, наша рыбалка подошла к концу. Работали сегодня глубины 3-3,5 метра. На мелководье поклевок не было. Вода очень горячая, поэтому рыба вся ходит по глубине. Работали, отлично себя показали, просто сногсшибательно, пылящие вафтерсы. Вчера работал белый цвет монстр краб, сегодня работали ягоды красного цвета. Друзья, ну что, вот наш улов, 4 небольших карпика, карась, амурчик. Было несколько обидных, досадных сходов. Но главное, маманя на 5 килограмм нами поймана, мы счастливы и уезжаем довольные. Всем пока-пока! Пока-пока.